значит, на Днестр. Цель была вообще отдохнуть, если получится поймать какую-то рыбку. Брали самые банальные снасти, обычные пружины, макушатники, в общем, фидера. Кормились, кормиться будем кукурузкой. Сейчас вы это все увидите, как это все происходило. И, в принципе, как вообще наша рыбалка прошла. Кукурузка. Время от времени кормились горохом, кукурузой. У нас было совсем это. Тут интересно, произошла поклевочка. Еле-еле дергала. Стою. Ничего. Ну, через некоторое время просто удочку потащила, и карп, видно, рядом крутился. Уз, видишь? Подожди, ты думаешь, так легко? Он второй снайдет сюда. Все, отлично. Вот и я с карпиком. Карпик уже уходил у кого-то. Также попался нам рак. Интересный рак такой попался. Также вот время от времени происходило довольно-таки много карповых поклевок с утаскиванием удочек. Не успевали реагировать или снимать. Просто стоит удочка. И бах, начинает уходить. Это очень похоже на карпа. Красава, красава, давай. Второй. Трофей? Да. Или не трофей? Ну такой, почти. Почти трофей. Почти. Тут интересно, что Никитос взял спиннинг, пошел бросал. И тут удар на его самодельный пилькерок. Жерешок довольно-таки неплохой. Хотя мы не верили в это. Как эмоции, Никит? Зашкаливает. Свои жереха, но палка еще тут сколько, до 6 грамм вообще. Ну видишь, не зря. Еще на пилькерок, который я вчера смотри, делал. Как захватил. Который я вчера делал. Произошла еще одна поклевка интересная. Сидел, отдыхал, и тут удочку потащила Никитину. Кукуруза неплохо себя зарекомендовала, но мне кажется, это место долго-долго кормили. Мы просто, нам повезло. Блин, сошел. Никита, тут интересная поклевка произошла. В траву, да?
Он тянул, обидно, и вот, обидно. В принципе, срез. Странный. Срезал, наверное, бракушку или обо что? А что там было насажено? Бычака. Стандарт полторашка, да? Да. В этот моменте Паша уснул. Паша спал, да. Ну, ее сейчас вытянешь. Дай поклевку. Удочку вторую. Дай вторую удочку. Давай, клевку, давай. Давай, давай, давай. Фрикцион расслабь. Тяни. Все, тяни. Тебе он вообще. Зажат. Я зажат. Чуть-чуть выше, чуть выше, чтобы удилище гасило рывки. Идет, идет в траву. Стой, 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 стой. Да. Осторожно, осторожно. Потекай. Бери. Все, отлично. Проснулся, нормально, выспался. О, это большой. Давай, это особо. Все, сейчас, сейчас. Ну нормальный такой. Ох, кабаняка такой. Я ничего не хочу сказать. Ничего не хочу сказать. Паша, вы проснулись? Да. Паша немножко вздремнул. В общем, стоечку немного погнуло. Немного вон выгнуло. Вот этот кабаняка. Вот что мы поймали с утра и до вечера. Вот они. Карпуши такие. Еще там были караси. В общем, 10 карпов. Неплохо так.